шел 2025 год. Наука многого достигла. Люди все чаще стали летать в космос для открытия неизведанного. И в одном из таких полетов участвовали наши главные герои. Одного из них звали Даг, а другого – его напарника Майкл. Они дружили с самого детства и с тех пор мечтали отправиться в космос. И вот им выдалась такая возможность. Они не ожидали, какие на самом деле приключения их ждут и что им предстоит пережить. Поэтому самое интересное вы узнаете прямо сейчас. А, Майкл, столько лет ожиданий. Ты готов? Да, ты довольно необычно. Необычное чувство. Мне даже не верится. Я даже не знаю, я прям полностью с тобой солидарен. Меня всего трясет. Ты попрощался со своими близкими? Да. Возможно, я их больше не увижу, да. Возможно, да. Но давай будем оптимистичными. Чтобы верить, что будет все хорошо. Все-таки 2025 год на дворе. Мы какой раз уже, люди летают в космос, и мы полетим. Ну что ты, всю жизнь мечтаем. Понимаешь, нас как Армстронга запомнят, понимаешь? Мы будем первооткрывателями Марса, а? Да, вот, классно. Нужно об этом и думать. Ждем, пока сидим. Да. Человека должен нам прийти, все сказать. Как раз наш инструктор, военный, говорят, закалку не вот та еще. Все нам объяснит, все расскажет. Ждем. Да. Вот он. Космолет Як-340. А? Аж все сжимается в груди, что на нем лететь надо будет. Да, даже как-то страшно. Вроде готовились, вроде прям собрались-то. Вроде все знаем. Да, да, вроде все знаем. Знаешь, как вот бывает, да, когда вот не делал никогда этого, первый раз и прям трясет всего. Да. Вот, у меня тут брошюрочка есть, если хочешь время скоротать, можно почитать. А про что бортовое устройство. А. Это существа, так сказать. А, там есть схема вообще? Что там внутри, как все устроено, там кабина, панель. Да, все такое по мелкому устройству, как вот именно внутри для жизнедеятельности, потому что действительно надолго туда идем. Поэтому можешь ознакомиться, пока что время у нас да, есть. Да, кстати, хорошее. Смотри, там уже огни горят. Походу скоро надо. Да, будет... все, уже готовится к полету. Нам нужно только терпеливо ждать. Да, только ждем с тобой, Майкл. Здравствуйте, я майор Пейн. Я пришел, чтобы обучить вас и провести вас к космолету. Ух ты, а мы вас ждали. Да, мы вас ждали. Ну что ж, давайте начнем. Да, идем. Вы не первые летите в космос, так что это как бы будет, если все сделать по инструкции, вы сможете успешно вернуться оттуда. Даже так? Все будет нормально? Да, но да. Мы первые летим на Марс, это о чем-то говорит. Да, мы же ведь первые. Поэтому... Так что как-то даже не знаю. Мы можем не вернуться, туда еще никто никогда не летал. Сможете. А майор Пейн, а вы летали? Да. Летали. Ого, и как там, страшно? Нет. Нет? Ну, что? Спасибо за поддержку. Спасибо за поддержку. Ладно, идем, не будем задерживать. Да, идем. Первый пошел. А? Второй пошел. Ух ты. Ну что? Ты готов, Даг? Да. Третий пошел. Пошел. Один шаг для человека, большой скачок для человечества. Черт возьми, как это красиво звучит. Да. Где вы задержались? Идем. Простите, майор. Мы идем, да, извините. Ну вот я вас и проводил. Это космолет Як-340. На нем летало много человек. Дальше вы не можете с нами идти? Нет, к сожалению, нет. Удачи. Спасибо вам, майор Пейн, за все. Спасибо вам. С вами было интересно. Ну что, готов, Майкл? Да, готов, да. Мне не верится, Майкл. Ты посмотри, на какой мы высоте едим. Вон, видишь, вон то окошечко.
Вот там мы сидели. Да, вот там мы сидели. Смотрели. А теперь мы здесь. Да. Надолго же мы улетаем. Эх, земля родная. Я, честно, не уверен в словах майора. Не уверен? Почему? Мне кажется, нас просто мотивируют перед полетом и не говорят просто, что мы не вернемся. Хотя об этом должны предупредить. Ну давай, давай не будем об этом. Давай будем об этом, по-хорошему. Ну что, мы летим в космос, ну... Может быть, мы последний раз на этом шарике с водой и землей. Может быть. Даже как-то, знаешь, грустно. Вот именно. Я люблю этот мир. Не надо. Надо идти. Маму вспомни. Ладно, я за тобой, давай. Вот мое место. О, да. Ого, здесь не так много места, как кажется. Да, ну, вроде старт должен быть быстрым, поэтому сейчас надо будет прикрепиться, и все будет нормально. Майкл, не бойся, все нормально. Вы готовы? Да, 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 да. Мы готовы. Мы начинаем отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт.